Всем добрый день. У нас похолодало. Уже чувствуется настоящая осень. Я получила последнюю посылку с розами в этом сезоне. Из питомника «Аромат роз». Заказывала первый раз. Интересно, что там за саженцы. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну вот. Вот коробка. Это питомник «Аромат роз». Находится он в станице Кущевская. Вот как только начинаю снимать, так и соседские собаки с ума сходят. Так, сейчас я открою ее. Так, такая вот. Это инструкция, наверное. Так, ну на первый взгляд все хорошо. Зелененькая. Но есть небольшие механические повреждения. Ерунда это все. Так, корневин в подарок. Так. Достаточно такие хорошие. Сейчас я их размотаю. Так, ну вот они положили два таких вкладыша. Рекомендации по посадке. Вот. И во второй товарный чек. Вот цены, названия сортов и контакты питомника. Так, ну вот, смотрите. Саженцы достаточно крупные. Низко не обрезаны. Мне нравится. Корневая. Отличная. Корни вот. Ну, все равно они подрежутся. Такие длинные, они ни к чему. Ну, я подрезаю. Но все здоровое. Корни здоровые. Упакованы вот во влажный торф. Сейчас я все это развяжу. Посмотрим уже. Корни получше. Даже и сейчас видно, что там все в порядке. Торф они пожалели, молодцы. Все упаковано хорошо. Корни не пересохли. Ну, всасывающих корешков нет, ну, потому что питомник недалеко. Они просто не успели их пустить. Ну, это ерунда. Бирки на каждом саженце, смотрю, есть. Так, сейчас я развяжу, уберу вот эту вот нитку и посмотрим уже по отдельности. Ну вот, красавицы. Здесь у меня, значит, сорта Дэвида Остина и есть несколько японок. Так, ну вот, смотрите, какие. Мне нравится. Вот тоненький, но он нарастет. Вот потолще саженец. Ну, все, конечно, и от сорта зависит. И, ну, вот, смотрите. Вот прям такой крупный. Вот, вот. Не знаю, я довольна. Мне понравилось. Вот такой слоненок. Вот толщина стеблей. Ну, здесь тоненькие, но это все тоже небольшое повреждение. Обрежем. Вот здесь вот крупное. Ну, в общем, посмотрите. Мне кажется, достаточно хорошие саженцы. Отличные. Отличные. В общем, я довольна. Я надеюсь, все расцветет по сорту. Буду вам все показывать. Посмотрите, какой корень. И саженец крупный. Это сорт Дэвида Остина. Так, и сейчас для сравнения вам возьму один из маленьких саженцев, так сказать. Вот.
Это японка. Ну вот, смотрите. Вот. И один, и второй саженец. Отличного качества. В общем, я довольна, мне понравилось. Посмотрите, какая листва у пиона. Красота. Это сорт Festiva Maxima. Осень. Осенняя листва. Сейчас с вами прогуляемся, немного покажу, какие розы у меня сейчас цветут. У нас уже достаточно холодно. Абрахам Дерби. Его размерчик сейчас поражает. Настолько туго набитый цветок. Крупный, смотрите какой. И глубокий. Пахнет сейчас очень сильно. Такие переливы цвета. Красивый. Абрахам сейчас очень красивый. Конечно, он обильно сейчас не цветет. Вот его бутоны. Тоже крупные такие. Подсветочка желтенькая. Вот смотрите, размер какой бутона на ладони. Цветов не так много, но они очень крупные, ароматные. И осенью они совсем другие у него. Последние розы в этом сезоне. А вот он распустился уже у меня немножко побольше, те бутоны, которые я вам показывала. Вот, смотрите, полностью раскрыл цветок. На всю ладонь. Ой, как не хочется, чтобы наступала зима. Но что поделать? Всем нужно отдыхать и растениям, и розоводам. Будем ждать с нетерпением новый сезон. Ну, вот это куклился, был дождь. Непревзойденный Абрахам Дерби. Мне очень нравится этот сорт. У меня его два куста в разных местах посажены. Я кручусь, кручусь возле него, потому что сейчас он у меня самый красивый, самый ароматный. Цветы у него самые крупные. Но мне больше всех он сейчас нравится. Ну, сейчас пройдем дальше с вами, еще посмотрим. Есть еще красивые, конечно. Посмотрите, какой цыпленок. Это Чарльз Дарвин. Весной он совсем по-другому цвел, и летом был другой. Ну, летом, понятно, жара такая, пекло. А сейчас вот прям вот цыпленок. Это был саженец, посажен весной этого года из розы вдохновения. Так, а это вот тоже остинка. Это Франсин Остин, мускусный гибрид Дэвида Остина. Посмотрите, какие розочки у нее. Прелестные. А вот бутончик. Маленький совсем. Мне очень понравился этот сорт. Я тоже посажена была весной в этом году. Из питомника розы вдохновения. Цветет обильно, почти постоянно. Ну, все время с цветочками. Посмотрите, какая прелесть. Очень милый сорт. Я представляю, какая она будет красивая, когда наберет свою силу.
Ой, ну бутончики вообще. Такие трогательные, крошечные. Ну, здесь уже побольше. Франсин Остин. Так, ну сейчас еще пройдем. Это вот все было посажено весной. Все эти остинки из питомника розы вдохновения. Петунья еще цветет. Такое яркое пятно сейчас. Так, а это Вуллертон Олд Холл. Тоже пахнет сейчас. А это остатки роскоши Огюст Ренуара. Вообще сорт шикарный. Мне очень нравятся его цветы. Они огромные, туго набиты. Ну, сейчас вот он уже как бы готов. Готов уходить в зиму. Так, а это вот у меня красавица, моя любимица, Софи Роуз. Достаточно тоже крупный у нее цветок. Конечно, меньше. В первом цветении он был вообще огромный. Вот пчелка спит. Спит? Да, спит. Ну ладно. Вот. Сейчас он поменьше, но все равно достаточно крупный. Вообще хороший сорт, безотказный. Так, это тоже вот Остинка. Моя белоснежный птенчик. Сьюзан Вильямс Элис. Очень ароматная. Тоже цветет постоянно. Ну, я вам ее показывала и не раз. Так, а вот это вот, смотрите, сам на себя не похож сейчас. Кто узнает? Это Фальстаф. Ветром трепается уже все. Пэт Остин. Вот Пэт Остин можно назвать осенней розой. Она осенью просто невероятная. Вот это вот я покупала как... Не помню сорт. Ну, в общем, это у меня пересорт. Я даже не знаю, что это. Может, если кто знает, подскажите, пожалуйста. Ну, хотя сложно, конечно, так сказать, что это за сорт. Ну, вот цветок достаточно такой огромный, ароматный, плотный. Вот растет, скорее всего, это флорибунда. Она высокая у меня не растет. Ну, вот так выглядит. Дитер Мюллер, всеобщий любимец. Это последние цветы уходящего сезона 21 года. Впереди зима и долгожданная весна. Я желаю благополучной зимовки вашим розам. Вам, дорогие зрители, здоровья, душевного спокойствия, чтобы зимой мы с вами набрались сил, которых хватит на следующий сезон 2022 года. Нам предстоит с вами увидеть первое цветение наших новых роз, любоваться уже своими любимицами. А пока всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания.